каково ощущение нахождения на этой ступени, которую он пишет, постижение человеческого наслаждения. Наслаждение от отдачи называется человеческим. Мы не находимся на уровне человека, мы находимся на уровне животного. Человеческое наслаждение — это значит наслаждение, когда я нахожусь с остальными вместе, когда мы наслаждаемся от нашего объединения. Наслаждение от единства, от отдачи. Это называется человеческим наслаждением, когда есть общество человеческое, которое объединено, которое отдает, получает и находится в таком духовном взаимополучении, взаимоотдаче. Тогда, когда мы наслаждаемся светом, проходящим сквозь нас. Что значит светом? Наслаждаемся нашими действиями по отдаче. Это называется духовным наслаждением, наслаждением человека. Если же мы не находимся во взаимной отдаче, даже минимальной, то мы просто как животные. Мы поедаем друг друга. В этом вся наша жизнь.